по Майянге. Работы ведутся круглосуточно. Все жители это знают. Нам сами звонят, видят, уже даже докладывают. И в субботу, в воскресенье докладывают о том, как идут работы. На утро, на сегодняшний день, организация, подрядная организация дошла до 68 метров ниже отметки. Предварительно на этом уже разведку они произвели, на этой отметке они остановятся. Сейчас идет уже обсадка именно трубы. Предварительно в течение 2-3 дней вторая скважина будет заведена к первой в единую башню, и накопление башни будет происходить не 2-2,5 часа, ну а мы надеемся, заполнение будет происходить от 30 минут максимум до часа, и тогда водоразбор будет уже лучше. Кроме всего прочего, вы видите, что идут активные работы для летнего полива. Это вообще, так сказать, не совсем работа. С одной стороны, администрация, летний полив – это непосредственно жители сами организовывают, но тем не менее у нас стоит трактор, который проводит сейчас работы, и мы сейчас находим решение для того, чтобы уложить летний полив в центральную трубу порядка 2 километров. Все у нас уже, все отводы посчитаны к каждому дому по задним дворам. Надеемся, что за ближайшие пару недель мы и с летним поливом вопрос решим.